плату. А что вы в целом бы хотели сказать гражданам перед вот... Вообще, можно пожалеть о том, что было сделано и что-то сказано не то. Вот как говорят, рай на земле нет. Уважаемый пресс! Ну да, естественно, мы будем обжаловать приговор, потому что суд с нами не согласился. Мы просили Надежду оправдать полностью, но тем не менее вынесен такой, на наш взгляд, приговор суровый и незаконный. Поэтому его мы будем обжаловать. Вот. Не могу сказать, что я ожидал чего-то другого. К сожалению, нет правосудия сейчас, в данную минуту его не случилось. Будем надеяться на то, что оно случится позднее. В любом случае, скажем так, правда остается правдой. И надеюсь, что она будет защищена, но уже, судя по всему, чуть позже. Уважаемые сотрудники, ну, если честно, я, конечно, была готова, что будет такой, ну, приговор, но в тот момент, когда его объявили, я сама от себя не ждала и расплакалась, потому что, казалось бы, уже ну, нечему удивляться, но, как выяснилось, еще есть чему. Ну что, это ужасно.